Так, вот она, красавица Луна. Над горизонтом поднимается. Вот она пошла, уже интересная игра тени и света. Кратер как освещен. Так, отошел на 4 августа 2020 год, Харьков, 21.34 по Киеву. Мутненько видно, потому что только-только поднимается над горизонтом Луна. Через плотные слои атмосферы продираются. Ее лучи отраженные от солнца. Такая она красноватая, очевидно. Ненормально из-за помех земной атмосферы. Земная атмосфера красок добавляет Луне. Так, ладно. Коротко сейчас сниму еще. Юпитер, Сатурн. Тоже не поднимаются над горизонтом. Чуть раньше они выходят сейчас. Из-за горизонта раньше, чем Луна. Резкость, где наша резкость? Наверное, вот это она. Самый правый спутник — это Европа. За ним идет спутник Ио, потом Юпитер, а за Юпитером уже Ганимед слева от Юпитера и крайне левый спутник сейчас появится. Это Каллисто. Вот он, его смутненько видно, еле-еле. Ганимед, конечно, как самый большой спутник, гораздо ярче виден. Ладушки, Сатурн есть, спутники есть. Пошли к Юпитеру. Машина, ты представляешь? В такую-то пору, в
таком-то месте. И здесь машина. Ну вот он, Сатурн. Задрано сомбреро вверх, с высоко поднятой головой мексиканец уходит в зенит. А мы пойдем еще раз на Луну посмотрим. Облачка, все-таки не самое чистое небо у нас сегодня, ну, все ж снимаем. Было бы совсем плохо, не снимали бы. Да, еще совсем мутненько, видать. Так, наверное, будет лучше. Не максимальное увеличение, но четкость будет получше. Ладушки, пойдем собираться на работу. 21:40 по Киеву, в Харькове. 4 августа 2020 год.